Хочешь быть в курсе всех событий канала? Не пропускай информацию о выходе нового ролика или начале онлайн-трансляции. Подпишись на телеграм-канал. Спасибо ребятам, которые поддержали выход ролика, оформив подписку на Boosty. Оформив подписку на Boosty, контент-креаторы могут не только вкусно кушать, но и радовать зрителей эксклюзивным контентом. Приветствую тебя, дружище, ты на канале Мургей. На канале BSG вышел новый ролик «Хроники Рыжего. Часть 4». В Таркове начался новый ивент. Давай с тобой разберем, что изменилось в самой игре, и предлагаю посмотреть тебе ролик, который вышел на канале. И вообще, не забудь подписаться на канал. Вот хотелось бы добить 23 тысячи до Нового года. 23-й год, 23 тысячи. 77% смотрят без подписки. Это почти 80. А значит, цифра 23 тысячи — это возможно. Подпишись, все равно же ролики смотришь, да? Подписку нажал, меня поддержал. Не, ну ладно, бы там деньги просил, сказал: ребята, ссылка на донат в описании, там на переезд, ага. Да конечно, подпишитесь просто, и то отказываются. Если ты смотрел ролик, перематывай. Если ты не смотрел, предлагаю посмотреть тебе, потому что ролик действительно сделан классно и интересно. Ты что меня сюда притащил-то, блин? Тут, говорят, где-то вояки какие-то засели. То ли наши, то ли импортные, хрен знает. Бля, не прилетело бы откуда. Да я, похоже, понял, зачем меня этот мистер Керман к механику отправил. И какого хрена санитар меня искал. На лабы теперь надо двигать. Че? Тут же помойка какая-то. Да тут глухарь со своими быками припарковался. Дело у меня к нему. Может, конечно, сразу ёбнет, а может и выслушает. Ладно. Не очкуй. Я сам очкую. Плюс там точно хавка есть. Может, что, обломится. Да, пожрать бы, конечно, не помешало. Сова! Открывай, медведь пришел! Кто там приперся? Вы кто такие? Пошли нахуй отсюда! Да местные мы, с главным твоим пришли перетереть. Вы ему нахер не уперлись, два бомжа! Валите, пока я дома! Да подожди ты, у меня аргумент есть. Куда? Слышь, ты что, от лабы, что ли? Где взял? Где взял, там уже нет. И что, пристрелите? Рыжий, что, может, отвалим по-бырому? Нас сейчас тут и прикопаем. Хотели бы уже. Стволы и патроны мне, вещи к досмотру. Что-то не похоже на военную базу. А тут склад у нас временный. Вам, считай, повезло. Вообще нас застали. Слышь, Чепушила, херово, наверное, быть. Принеси, подай, пошел нахуй, не мешай. Зато сытый. Товарищ генерал, разрешите обратиться? Генерал? Ну, докладывай. Меня пацаны Рыжим кличут. Это вот Чепушила. Мы, короче, из местных. Тут шаримся, там выживаем. Ну, блудняк всякий не вписываешь. Рыжий, говоришь? Слышал я, как вы не вписываетесь. Санитар вон до сих пор на больничке лежит. Чего не поделили-то? Так тут это, лучше Арсенича спросить, я сам до сих пор не вкурил. У Арсенича? У механика. Интересно, девки пляшут. Выглядите вы, конечно, как лохи.
Хотя Мосинка у тебя заебись. Уважаю старушку. Ты хоть с нее стрелять умеешь? Да, приходилось пару раз. Лазали там как-то по заводу пару ЧВКшников. Карту-то санитар тебе подарил? Или нашел? Редкие они сейчас. Да повезло в одном месте побывать, интересно. Херни какой-то, надышался, чуть не помер. Короче, там и нашел. Сейчас вот думаю, на лабу надо как-то забраться. Да в одного сыка. Ну так вперед. Тебя вон какой напарник мощный. Танком пойдет. Потому и пришли, в общем-то. Я знаю, как пройти. Но по пути там дозорные есть. Заряженные по самые яйца. Я проверял, и без подмоги никак. Знаю я эту дорогу. На лабу я бы и сам хотел сходить. Интересные там игрушки валяются. Сколько там их, говоришь? Да как твой вторник. Трое точно, может четверо. Заманчиво. А твой интерес какой? Все, что добудем, ваше, не претендую. Мне там пошариться надо немного, да и расход. Ну что ж, лады. Парни, оформите их как надо, приоденьте. Так это, пожрать, может, что подкинешь? Твои-то вон какие отожранные. Ха, держи, не обляпайся. Ты хоть заранее говорил, куда идем? Может, я не хочу. Возняк метаться, братан. Чисто. Ничего так, заебись. Делов-то. Эти в брониках. Надо что-то посерьезнее
ебануться. Короче, слушай внимательно. Мне там фраза одна в ролике понравилась. Хотя, Мосенька у тебя заеб***. Уважаю старую школу. И моя любовь к Мосенькам. Ну, вы знаете, кто на стримы ходит. Ну, из ролика вообще все максимально понятно. Локация-лаборатория стала бесплатной, и именно для диких. За чувака вам также потребуется лаб-ключ. А вот за диких мы раньше вообще не могли отправиться на локацию-лаборатория. Теперь на локацию-лаборатория мы можем отправиться. Ну и, конечно же, любимый гость на этой локации — это глухарь. Глухарь спавнится со 100% шансом. Так что те, кто вкачал корону на скупщике, поздравляю, ребята. Глухарь — ваш друг. Про цветные карты, которые были в конце ролика у глухаря, возможно, это намек на то, что у глухаря теперь спавнятся разные цветные лаб-ключи. Глухарь, соответственно, на локации резерв теперь не спавнится, так как он ушел на локацию лаборатория. Живой рыжий, что может быть еще прекраснее? Конечно же, появление Никиты Васильевича Буянова. Ну вот кто такой Боб? Ответ у меня есть. Это мой кот. Моего кота зовут Боб. Вот, кстати, он. Если что, я не шутил. А вот что за Боб написал Никита Васильевичу, мы не знаем. Никто не знает. Но интересно. Очень интересно. Так что глухарь на лабе со своей бандой, так что отправляйся, а уж тем более за дикого туситься на лабу. Вот маленькое напутствие от меня. Играя за дикого на лабе, не убивай других диких. Пытайтесь общаться в войп и координироваться. Потому что ЧВКшники на лабе, они теперь тоже там. Хотя есть чуйка, что возможно просто будет мясо из диких и все будут сливать репу. Может быть такое. Может. Проводи время с удовольствием, отправляйся на лабу, вот прям однозначно. Вот, вот мы сейчас весь стрим будем катать только лабу на диком. Просто ПКД. Дикий лаба, дикий лаба, дикий лаба. Классно, офигенно просто. Так что залетай, поведем вместе. Вместе, глухарю там, здорово, братан. Короче, пацаны, девчонки, классно, весело. Лаборатория заиграла новыми красками. Кстати, многие предполагали, что будет ивент слабый. Я также предполагал, что будет лаба для диких. Вот, собственно, как оказалось. В прошлом вайпе у нас была лаба для чувака, а в этом для диких. Все, ребятки, если вы нашли новые изменения, вам известна какая-то новая информация, пиши об этом в комментариях, потому что это будет многим интересно. До скорых встреч, увидимся в следующем ролике. Пока.